кем хочешь стать? Не знаю. Mm-hmm. Мама сказала механика. Говорит, ну, хоть пошел, отучился, все, стал механиком. Здесь же мы даем возможность предварительно посмотреть, какие профессии востребованы. Иван Соколов – главный специалист, руководитель по надзору за ГПМ и котлонадзору. Компания «Уралкали» рассказывает ребятам из третьей школы о преимуществах промышленных специальностей. Интерактивная выставка профессии – это совместный проект компании «Уралкали», входящей в группу «Уралхим», и частной школы «Академия знаний 21 века». На стендах изображены не просто фотографии работников. Вы наводите на абсолютно любую фотографию и… Фотография оживает. 10 портретов, 10 профессий. Переходите по QR-коду и попадаете в приложение, где фото сотрудника превращается в видеоролик. Привет, меня зовут Никита. Я работаю геологом в компании «Уралкали». Моя профессия интересна возможностью заглянуть на 300 миллионов лет в прошлое нашей планеты. Выставка понравилась, я узнал про деятельность компании «Уралкали», чем она занимается, производство калийных удобрений. Мне кажется, школьникам будет интересно узнать больше аспектов про работу именно. Именно как говорят об этом сами рабочие, то есть их работу, планы на будущее. Ну, это интересно. Заводы очень часто производят какую-то жизненно важную, необходимую продукцию, поэтому, ну, если работать на заводе, мне кажется, есть ощущение своей значимости, что ты делаешь какое-то важное дело. Главная цель выставки – рассказать ребятам подробнее о востребованных профессиях и помочь определиться с выбором. Интерактивная выставка – это прекрасный инструмент для того, чтобы ребята могли познакомиться с разными профессиями, специальностями, изучить, так скажем, пообщавшись виртуально с нашими работниками, посмотреть, чем занимаются наши коллеги на рабочих местах, посмотреть, как эта рабочая профессия развивалась с прошлого до настоящего времени. Такие выставки нужны. Это возможность познакомиться, ну, скажем, с производством, с профессиями, не выезжая из школы. То есть дети не просто подошли, посмотрели, прочитали, да, дети и видео посмотрели, дети и заглянули внутрь, так скажем, этой специальности. Интерактивная выставка будет работать в третьей школе целую неделю, затем стенды будут представлены в 19 школах города. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.